Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Разведка земли Ханаан. Они пошли и высмотрели землю, и пришли к долине Исхоу, и осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долиной Исхоу по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израиля. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фаран, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли, и рассказали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.